Здравствуйте, меня зовут Анна, и сегодня мы рассмотрим MFU Expression Home XP405WH, которую можно смело называть печатающей лабораторией для дома. Давайте же посмотрим, что находится внутри этой красивой коробки. Вот видите, этот принтер все так же упакован в белый транспортировочный пенопласт и полиэтилен. Модели меняются, а упаковка остается все той же. Помимо транспортировочного пенопласта, производитель включает вот такой вот диск с драйверами, с которого вы сможете установить драйвер на принтер и сканер, а также программу для печати фотографий Easy Photo Print, которая имеет более детальные настройки, в отличие от стандартного просмотрщика Windows. Но, конечно, никак не заменит наш старый добрый Photoshop. Также в комплекте идет кабель питания на 220 вольт. Хочу вас заранее предупредить, компания-производитель не комплектует свои устройства USB-кабелем, поэтому вам придется купить его отдельно. Странная экономия, да. Давайте теперь рассмотрим основные характеристики этого печатающего устройства. Вы собираетесь купить, либо уже приобрели наше устройство, которое в простонародье называют принтер, сканер и копир. И давайте же посмотрим, на что способна эта MFU. Начнем, пожалуй, со сканера. В Epson XP405 его максимальный формат А4, а разрешение 1200 на 2400 точек. Следующая важная характеристика данного устройства – это копир. Для того, чтобы скопировать нужную страничку, нужно просто выбрать соответствующий пункт меню и нажать кнопочку. Скорость копирования у девайса не самая высокая, но это мы рассмотрим чуть позже. А теперь давайте уделим внимание одной из самых важных функций для дома и офиса – это печать. Формат печати данного устройства А4 с максимальным разрешением 5760 на 1440 точек на дюйм, что довольно неплохо как для такой бюджетной модели. Важной особенностью является то, что вы можете печатать без полей с максимальной скоростью 30 страниц за минуту. Так нам заявляет сайт производителя. Но на практике выходит меньше и примерно где-то 8 страниц за минуту. Давайте посмотрим на дополнительные функции данного ПУ, которые, по моему мнению, очень пригодятся в условиях дома и малого офиса. Функция, без которой сложно представить современный мир, это Wi-Fi. Производитель, наверное, рассчитывал, что все печатают без проводов, поэтому кабель и не приложил. Можно подключить устройство без лишних шнуров, а также печатать напрямую со смартфонов и других устройств под управлением iOS и Android без использования роутера. И это все благодаря уникальной функции Wi-Fi Direct. Еще одна полезная фишка данного девайса – это разъем для карт памяти Memory Stick. Очень удобно для тех, кто ленится подключать свой фотоаппарат к компьютеру, ведь гораздо проще вставить свою карточку в картридер и печатать напрямую. А для того, чтобы было удобно выбрать интересующую вас фотографию, у Epson XP405 есть цветной ЖК-дисплей с диагональю 6,4 см. Давайте рассмотрим лоток для подачи бумаги. Как видите, у него верхняя загрузка и вместительность до 100 листов. Вы можете распечатать отчет, либо же курсовую, просто без проблем. Печатать много – это, конечно же, хорошо, но с оригинальными расходниками это выльется вам в копеечку. Поэтому я рекомендую вам использовать высококачественные чернила от компании InkSystem. И в конце данного обзора хотела бы рассказать вам о гарантии. Гарантийный срок составляет 18 месяцев от нашего магазина и от сервисного центра, но при условии использования расходных материалов от компании InkSystem. Надеюсь, мне удалось ответить на большинство интересующих вас вопросов об Epson XP405. С вами была Аня Нессен, и я вам желаю хорошей печати!